Хай! Одна моя знакомая пара рассталась из-за этого блюда. Она заправляла кефиром, а он делал с квасом. Конечно, еще он спал с ее сестрой, но все складывается из мелочей, поэтому сегодня у нас правильная... крошка. Итак, картофель, мяско и яйца я порезал на кубики. Такие же идеальные, как на моем прессе. Так, теперь ты мне снимешь голый пресс. Ты что, очумел, что ли, если тебя дети будут смотреть? Из мяса у нас свиная корейка. Звучит почти как канарейка, но ни хрена подобно. Вообще следует выбирать нежирные куски мяса, иначе можно быстро набрать вес и перестать быть таким идеальным, как я. Огурчик я порезал палочками, так он больше отдаст соков. А редиску полукружочками. Она сделает ваше блюдо красивым, как сами знаете кто. Осталось залить не кефиром, квасом, как делает Элита. Немного сметаны, горчицу и хрен по вкусу.